Туризм как приоритетный вид деятельности. Предприниматели, чья работа направлена на привлечение гостей в Хабаровск, смогут рассчитывать на софинансирование из городского бюджета. Краевая законодательная дума инициировала изменения в нормативную базу. Это позволит хабаровской администрации разрабатывать программы по поддержке турпроектов. Очень много молодых людей инициативных, очень много предпринимателей, которые развивают именно туристическое направление в своих селах. Это и Полина Осипенко, и Хабаровский район, и в городе Хабаровске тоже, для города Хабаровска это тоже актуально. Поэтому вот принятие этого закона, на наш взгляд, она позволит несколько расширить полномочия города. Сегодня в краевом бюджете предусмотрены средства на туристические объекты. Под финансирование попали реконструкция набережной стадиона имени Ленина и строительство подъездных путей к селу Сикачи-Алян. После принятия поправок в федеральный закон возможность поддержать проекты местных предпринимателей, ориентированных на развитие внутреннего туризма, появится и у городских властей. Марианна Гейт, Дмитрий Папуша, Хабаровская студия телевидения.